Вот тема. Вот, типа все. Так, чё, кто я, кто первый ходит? Сырьё. Не знаю, у кого там есть, у него, наверное. Не знаю, 4-6. О, я зелененький. Так. 200к, сколько у меня голов? О, так ясное дело купить, фигли. Блин, ща бы. Кажи миру, кто тут экономист. А что как-то быстро больно все идет. Кайф. На пулемет пункт. Больничный на следующий ход придется пропустить. Что такое? Что значит заключить договор? Ну, короче, типа у тебя будут все сиги, ну, там, допустим, альбреки, это парлик у меня, и ты захочешь мне там выменить мой парлик на что-нибудь свое. Короче, бросить кубики, ладно. Да-да, бросай кубики. Купить. А, еще я и расскажу, да? Ну, мы тут это, отдыхаем. Бросить, короче, кубики. Десяточка. О, Баблинская, нормально. О, здорово. Спасибо за аренду, чел. Спасибо за подписку. Спасибо за подписку. У тебя, а нет, я думал, у тебя 228. А, это из криковщик. Я еще аватар, кстати, ну ты вообще же, черт. А, я хожу, так. В смысле, мне регали, это так. А, тебе регали? Я, у меня там не мог я. 4-3 пепси, конечно, покупаю. Пепси-то не купить, ну. Ты че джекпот-то сразу? А, ты проиграл, проиграл. Воу. Повторный ход после дубля. Nokia купил, ну это вообще черт. Билайн за шквар. Надо это покупать. Злакер от бога. Конечно. Так, блин. А, так, я хожу. Давай, 1-1 мне. Ё-моё. А, попадает нам, так, ясное дело, купить. Пока все деньги не просадим, будем покупать. А, у меня 2-2. Бросить кубики, 2-6, куда попадут. О, Баблинская, нормально. Потянет. Это чё вообще, как так-то? Алло, алло, 6-6. А вот, вот он вообще не прет. Опять на штраф просто. Ну слушай, уплочено. Выбросил 4-6. Нормально. Слушай, да. Что-то у вас тема-то не идет, парни. Шестерочек я куплю. ИБМ, понятное дело, покупаем, фиг ты. Ну и типа, допустим, если ты купил все сиги, то ну ты вот наведи на них мышкой, типа они загорятся. Ну. Типа, их можно грейдить больше, чтобы больше штраф был. Ну, короче, все как надо. Ну, у меня уже не купить все сиги. Ты какой? А, нет, ты это, не ты, это он. Ты меня, прости. Ну, я... Ёпта, спину дышу. Так, чё, Panasonic. Panasonic берем вообще, без просто не раздумывая сразу, Panasonic. Нормально, ты придумал. Вот, ну, вот, тысячку одну бы, ну... 2-2. Понятно. Здорово. Здорово. Так ты воришка 3-2-2, еще бы ты не попала на штраф. Здорово. Так, бросить кубики. Шанель номер 5. Берем. Денег, правда, нифига не оставить, но нормально. Да, это понты. Это понты. Да, все купили, у меня петухи. Все скупили просто вообще. Кентери, нормально, Кентери. Давай на ИБМ. Ну чё ты на, не на ИБМ? Надо было ИБМ брать. Чё у меня там 8? Да ё-моё. А, на территорию своей фирмы. А, нормально. Я всё, я что-то испугался. Опа, в тюрьму. Здорово. Нечестная игра, репорт. Вообще репорт. Хорошо. Опа, попёрло. Бросить куб... Так. Короче, нужно либо на свою, либо на плюсик, либо на Microsoft. Ага, конечно. Ага. На свою, хорошо. Походу, много говорит, буду поднимать, ну бывает. 150.
красиво живет. Но доход Оку 200 оку нормально. окупилось. Что Ясно, понял. придется за ним следующий ход его. А, типа, ничего себе. 3-3. Да, Скания какая-то. Что за Скания? Сколько у меня денег? Да, да фиг ли берем. Ну, а теперь ты грейдить можешь. Кого? А, да? Сейчас скажу, как там кнопка будет называться. А, ну типа, ладно, бросить кубики. А, построить есть кнопка. Да, вот это, короче. Типа их там грейдишь, больше за них будем. О, О, ясно. нормально. Там пиздец. Походу Что-то я куда-то не очень удачно. Штраф. Заплатить, ладно. блин, ща бы мыло подняли. Че Билайн-то? Мерси. Изи. Вообще, слушай. Сколько у меня денег? Чем могу построить еще? Ну, Сначала типа. достроить улицы до одинакового уровня. А, то есть нужно сначала, чтобы все, которые Да. мне куплены, были. Нет, ну типа, чтобы вот ты не можешь сканию на две звезды, пока мэн не будет. То есть сначала. А, я неправильно, я думал, это они одновременно апаются. Не-не, их там Все, нормально. каждый. У меня осталось 300к, да? То есть себе покупать больше нельзя. Ну, лучше не надо. Угу. Нормально. Ну, блин, ну Apple. Эх, не хватает, да? Apple-то надо брать. Потому что у меня и IBM есть. Да, бывает. Но выхода нет. Я не буду ничего продать сейчас. Ты можешь... Да, продать и какую-то сканию. Ну, что-то из этого, ты посмотри. Ну, Apple же, ну. Ну, а хз, короче. Ну, вот эти грейды можно продавать. Эх. Вернулся сейчас. Apple нельзя отпускать вообще никак. Ну чё. Оп, нормально. Вот и соточка Вот и подъехала. соточка сверху. О, еще и Шанель поди. Нормально. Нормально кубики бросил, спасибо. Нормальная тема. Бакардос. Опа, еще 8к, кашечка, нормально. Живем. 4, а, черт. Не знаю, что это такое, но окей. Ну, это типа отдых. Типа отдых, ладно. Как же мне не везет, парни. Да ладно, у тебя нормального. У меня вообще 296 осталось. Да ладно. Слепой. А, не на свою встал, да? А, Вниз. нужно дубль выбросить. Три хода не выбрасываешь дубль. И, короче, этот самый. Оп, твою мать. Три хода не выбрасываешь дубль, платишь штраф 150. Хорошо. Да ну чё, а, ладно, нормально. Панасоник. Так, сколько мне Сейчас окно закрою. построить? Построить. Аккуратно. Аккуратненько. Да ё-моё, ну что такое? А, не, слушайте, что МТС, да? Кому нужен этот ваш МТС? 520к. Что такое выставить на аукцион? Я не знаю, как это работает. Я не разобрался, по-моему, нерабочая кнопка. А, понятно. Чё за параша, алло? Слышь, блядь. Хорошо. А мне деньги кто-нибудь заплатит за это? Нет, это просто... Еврей? Опа, соточка. Опа, 12к, нормально. Чё там? О, тема 200к, нормально, поднялся. Блин, чуть кнопку сдаться не нажал, такой отстой. Кто там 4-4-то? Нормально. Поперло.
О! Просто Пошло пиздец. баблинское. Течет рекой просто бабло вообще. Прирожденный коммерсант. Я только вам бабки хожу. Понятно. Штрафинский. Так. Я могу что-нибудь построить, кстати, на Apple, например. А, нет, нужно типа все четыре этих купить, чтобы строить, да? Давайте ман попробуем апнуть. Нормально. Абсолютно водка. Конечно, берем. Я свою первую игру Да ну вытащил, ё-моё. скупил все бухло. Покупаем Изи. бухло. А, ты хорош, тогда не зря купил, да? Что там? О, десяточка. Куда я попадаю? Да ё-моё. Я могу перекупить там 1-1. Нормально. Водкой запью, говорю, так у меня ж абсолют водка-то, а не у тебя. У него Смирнов. Понятно. 520к. А, не очень. Я не нормально, я плохо считаю, думал на Билайн попал. Кайф. Опа. Ну, короче, вот тыкаешь заключить договор, допустим, воришка 3-2-2, ну и там тыкаешь в свою, тыкаешь в мою, и, ну, типа, заключаешь все. Ну и предлагаешь, у меня вылазит, допустим, это Чё там, обмен. значит, чё Кока-Кола? Ё-моё. Кока-Кола плохо вообще. Чё, куда там? Фенди? Нет, Дел. А! Найс. Так, Найс, ты дать. выпал. Так, мэн. Чую, мэн продается. Мэн продается. Покупается Дел. И осталось на Microsoft попасть мне, короче. Я... Да ладно, ну чё, на прибыль-то встал. Блин, три моих стоит подряд, он встает на прибыль. Вот он вообще просто. Жук. Да похоже, что-то у нас. Че он? Кто не сходил-то? А, ты ходишь. Ты ж ходишь, воришка, ну. Я знаю, знаю. А, я думал, ты уснул немного. Ну ладно. Нормально. Я предлагаю. Алло, блядь, ну что за отстой? Что это такое? Вот ты. Кент, Найк, Nokia за Пепси? Что это такое? Сумма сделки 800к? Ты типа это. А, ты мне Кент? Кент. Найк? А где Найк? Справа. Справа. Инокла за Пепси. За сотку, да? Ты мне хочешь эти штуки ненужные? Нет, типа, чувак. Типа, ты не того попал, типа, чё ты? Я думаю, что я еще умею считать. Пока что. Давай я бабок еще сверху накину. И потом у тебя будет просто, я встаю сюда и плачу тебе все, что у меня осталось. Нет, спасибо. Не будет у тебя фонд предприятия. Никогда ты его не получишь. Если только ты на Microsoft не встанешь, конечно. Вот ты не встанешь на Microsoft. Да ща. Засекай. Ща. На next круге встану. Да ё-моё. Давай-ка на Apple. Спасибо за 200 тысяч. Спасибо за подписку, дай бог здоровья. Спасибо за подписку. Я не дам ему Пепси, не переживай. Он не сможет сделать то, что заставить меня Пепси Окей. продать. Я думаю, это, ну то есть, я сказал условия свои, это Microsoft. Ну-ну, скажешь это Microsoft'у. Да. Пожалуйста, мне оформите 36 тысяч. Оформлено. Спасибо. Так, надо... Ой, не то. Блин, как отменить? Вот.
Построить надо эту штуку. Так. Мы еще что-то можем построить? Пока нет, пока не можем. Окей. Бросить кубик. Чем там куда? Мегафончик, да? Да. А, 520 тысяч. За мегафон-то. 520. У меня остается 20. Вероятно. Да фиг ли, что берем? Что все, у меня стойка полетела нафиг. Ладно. Ты что, гонишь? Не продам я тебе мегафон. Алло, слышу, у тебя бабок больше будет. Ща, у тебя первый штраф будет, вспомнишь обо мне. Ага. Первый там штраф у меня где-то будет. Где-то с 20-й минуты, по-моему. Там не круговой доход, а круговой налог становится. Ну так, я к этому моменту куплю себе Microsoft. Ага. Только не 1-1, 5-5. Ну, тоже неплохо, на самом деле, ладно. А чё там, да, не страшно вообще. Опа. Вот это он поднялся, парень там. Мимо. На следующем точно все выйдет. Конечно. Куда там встают? Да ё-моё. Здрасте. Здрасте. Чё, Фэнди? Да ё. Чё я там могу продать? Сколько он стоит? 640, мне нужно еще 300, да? Так, я предлагаю. Рискику. Я не могу предложить ему купить ее сейчас, да? А как просто ход закончить нельзя, что ли? Нет, только выкинуть на аукцион. Ну окей, ладно. Давайте посмотрим, кто из вас больше хочет. Ну чё? Ага. Ну у неё-то денег больше, чем у тебя. Ага. Ага. Я тебе заплачу сейчас тебе и за это ещё, да? Нет? Mm-mm. А, нормально. Еврей точно. Сейчас StarLadder закончится, и все норм будет. Да. Кто ходит-то? А, он ходит. Что, он как-то приуныл? Я ему сейчас предложу сделку. Он это обрадуется, по-моему. Mm-hmm. На Nike поменяешь, Gucci. Задумочка там одна есть, покруче. Ну, пока что самая крутая задумка — это мне Microsoft выбить сейчас как-то. Так, а я чё, где стою? Каким-то чудом, ты сверху. Опа, опа. Интересно, девки пляшут. Похер, поехали. Че вообще? Нафиг ты купил у него водку? Так он мне предложил ее просто. А, он ее предложил. Ну ладно. Ну сейчас у него эта фигня будет, да, неприятно, конечно. Да, ну что он постоянно мимо их-то проходит, ну ё-моё. Не то увеличил. Так, что мне надо на Microsoft попадать? Это что, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, окей. Не очень. Не очень. Да ладно, 8 тысяч, там страшно.
Нормально. Слышь, надо было тебе сделку предложить. Опа. Найк. Да чё, Опа. вот у него Билайн. Apple, как бы, блин, нет, надо ему встать на Билайн. Чем тебе Apple не устраивает, друг? Apple. Все хотят Apple. Парламент. Сделка. Окей. Давай, допустим, так. Эх. Опа. Сканья. Здорово. Снова здорово. Давай еще раз один-один. Не-не, пропущу. Ну ладно. На Samsung. Эх. Че там у нас? Абсолют водка. Построить. Как построить? А я могу только один раз заход построить. Не знаю, видимо, один раз заход. Да, вроде нет. Почему-то не строится. Странно. Ну, так, а сюда? А, все, больше не могу. Ну Ясно. окей, ладно. Ну, короче, встал на мэн, проиграл, понятно. Да. Не вставай на мэн. Ну-ка, я прошел мимо? Нет, я не прошел мимо. Ну ладно, сотка не страшно вообще. Сейчас он встанет на Дел просто и нормально. И мы квиты. Ну или Шанель хотя бы, ладно. А, че. Опять не умею считать. Вот опять вы мимо Apple и Мегафона, ну потому что, ну ребята. Давайте, пожалуйста, Apple. Не нужно оплачивать там. Не нужно iPhone 7 покупать. Кайф. Такие вы вообще просто жуткие. Задоджил. Давай абсолют вот что сначала достроить. А, Смирнова построить. Я могу еще раз построить? Нет, не могу. На скане встал, проиграл. Ну чё, нет? Изи победка-то. Да сейчас все будет. Как Сейчас 5 он минут. побеждает тот, кто встает на Microsoft, короче. Ну да, на самом деле, да. Пока, Бомбить. ну, как бы 3, 1-1. О, замечательно. А, погоди. Я думал, это ты 1-1 кинул, но ё-моё. Хорошо. Ну, короче, Жесть. на сканью встал, жопу продал. О, нормально. Абсолютно водка. Спасибо. На скане устал. И потом выкинул 1-1 еще. О, тоже абсолютно спасибо, ребят. 80-очка, неплохо. За водку и двор, плачу в упор. Кто там хотел на скане-то встать? Да, трешак. Трешак. О, и БМчик. Ну, Ну, короче, вот 6-6 бы выкинул он, а. почти игру закончил. Почти игру закончил, да. Кайф. Так. Сейчас бы как-то 1-1 бросить. Заявить хочешь? Угу. Я сейчас играл в Войт, такой не очень был. В смысле, в Доту играл? Ну, В у что него он еще XPM может играть? 433, GPM 399. О, нормально. Топовый. Да. Топовый. Он просто ставит купол, оракл на него кидает этот 1-1. Давай. скилл, который 1-1. типа Да, нельзя ё-моё. атаковать. Он просто стоит, смотрит на всех. Давай, вся надежда. Что ж так не любите вставать? Ёб твою мать, ладно, хоть не на Риту встал. Где Керстеру, что ли, Рита? Нет, тут Пума, Адидас, Найк. Пиздец, что-то у меня доджить не выходит. Так. У меня уже есть iPhone SPS, а у меня нет iPhone, это несправедливо. Так, что там бросить кубики? Айфон не нужен. Ну что ты, Android. Microsoft? Ну вот
Вот Microsoft. Тоже так думаю. Приятного. Microsoft. Что ж ты такое не очень, Microsoft? Если я сейчас лузаю, то просто пиздец. Давай, раз, два, три. Или раз, два, так три, он четыре, там кидает пять. Пока. Да ну вот, ну, Apple, ну. Apple, пожалуйста. Что ж он так не мётся-то, а? Блядь, у меня еще есть шанс лизнуть. Просто пиздец. Мне просто интересно. Да. Че, да. Я выкидываю 5 и все. Нет, 6. Да ну ё-моё. 6,8. Ну ё-моё. О, ну чё, как? Ой. Вкусно? Да, ничего так. И чё, слушай, а если я нажму заплатить, то у меня в минус уйдет или чё? Нет, у тебя не заплатит. Тебе надо что-то продавать сейчас. На оплату штрафа не хватает денег, типа, да? Угу. Ну эх, ладно. Скания. Эх, Скания. Что? Так я хочу продать. Чё за долгая катка? Так. Где обещанные 5 минут? Еще надо что-то продать, да? Да тут не по плану пошло, 6.83 туда-сюда. Не по плану прошло, да. Ты 10 минут назад должен был выиграть, ты это понимаешь? Да, 3-2-2 это все. Я ваши бабки забрал и проигрываю. О, нормально, вернул мне 56. Давай, выигрывай мне игру. Да ну что ж тебе не нравится такая? Уже вот 4 утра, как-то спать пора. Да, ну. А вон Ася Юкрей до сих пор не выиграл, ну. Сейчас все будет. Сейчас все будет, брат. Давай, я не лягу спать, пока ты не доиграешь. Не выиграешь, надо говорить. Нет, я боюсь это говорить. О, найс. Соточка поднялся. Встать на Apple очень просто. О, почти на 900. Еще бы читка, да, было бы. Сейчас бы игру закончил себе. Просто мид запушил, да, пишет. А где тут мид? Не знаю. Тут Microsoft просто... А, я не смогу купить Microsoft. А, нет, я смогу купить Microsoft. Бедная. Опа! Бомжи 44 тысячи, как и мегафон. Здорово. Да. Привет. Ладно. Нормально. Спасибо Panasonic за это. О. Он там все поднял. Нормально. Тема, а почему вообще? Я в тюрьме? Да вот так вот просто. Мне опа! Надоело. Нормально, поднялся чувак. Ну чё? Игру-то готов закончить. Добрый день, 1,5 миллиарда. Спасибо за подписку. Нормич. Чё там? Увидишь через 2 минуты. Герстуру, что ли, подписались? За 15. Заложил Gucci Samsung. Все, там уже на стриме вот это как раз. А что заложено теперь? Че, типа они просто выходят из этой фигни или че? Нет, ну ты на нее встаешь и ничего не платишь. А, то есть перекупить их нельзя никак уже, да? Да. Ой, лол, просто. Давай еще ты встань. У меня кнопки построить нет, лол. Закладывает Gucci Samsung. Играем. Не ощутил вообще. Ой, в Говосяру с ваших Пума, Адидасов и Найков.
Ну, успехов ему, короче. Найс. Ну, там опять? О, 36к, спасибо. Полторушку должен. Да, полторушку. Давай, 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 давай. Едем. Нормально, спасибо. Спасибо за подписку. Новые смайлики в чате. Да. Абсолют водка. Абсолютно. Да. А сколько, а деньги в каком пишется размере здесь? Миллиарды. Ну, типа, вот я пишу, предложи деньги, и я сколько, какую цифру должен написать, если хочу. А, допустим, если 200 тысяч, то просто пишешь 200. Ага. Ты что мне хочешь предложить? Хочу тебе предложить. Я как ты, просто поскорее откажусь. А. Блядь, да это рекаст. Я выиграю там в конце. Ага. Я вам говорю, это рекаст. Деньги. Не. Не. Сейчас тут можно как-то контрпредложение сделать. Это рекаст, конечно же, ну. Не, тут мена. То очень невыгодно, простите. С вашего района мы уходим, если что. А, я должен бросить кубики, че? 6-6, куда вообще попадут? А, ну, нормально. Ну так, так, ощутимо, ощутимо идет. Сейчас главное на пуму не попасть, короче. Нормально, нормально. Игра закончилась, сюда булки. Нет. Игра не закончилась, сюда булки. Я еще живой. Че, изи гейм для вырежа? У меня еще 80. Нет. 80к еще есть. Подписчики вов нет. Подписчики вов нет. Мы все забеймили вас просто. Бля, меня дудосят, не могу играть, простите. Я бы выиграл. Увеличивает капитал один. Ё-моё. Бля. О, здорово. 36 тысяч, это ему проблема по стоку. Ему отвалил почти полтора ляма. А я где? А, все вижу. Поехали. Microsoft. Абсолютно водка, пожалуйста, один Microsoft. Хорошо. Хорошо. Сейчас у меня 1-1 выпадет. Спасибо. Сейчас бы 1-1. Выигрыш, нормально. Играем. Бля, не хочу на Nike. Давайте Apple, пожалуйста. 2-1. Удачи тебе. Нормально. Твою мать. Хорошо. Нормально. Дудж. Так. Что там 320к? Что-то я не знаю. Тут есть опасный вообще район? На пути у меня. Нету? Ну, только если я в тюрьму попаду, да? В смысле? Нету. Все норм, да. Хорошо. О, соточка. Эх. Нормально. Бля. Давай, Microsoft. Я катку завезу. Все хотят Microsoft. Это последний реально остался некупленный, да? Да. Как насчет абсолютно водка? Я бы тоже в больничку бы присел. Давай, Microsoft, давай. И. Да ё-моё. Одной вот, ну вот Microsoft, ну ты что такое не очень? Сейчас 1-1.
Вот ты фартов. А, погоди, это он фартов. Ё-моё. Как покурить-то, алё? Мальдивы. Пожалуйста, Мальдивы. Кайф. Нормич тема. Я пока отдыхаю, мне нормально. Сука. Так. 4. 4 нельзя. 6 нельзя. 8 нельзя. 9 нельзя. А, почему? А, нормально. Погоди, погоди, почему 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А, нормально, все, это я просто наркоман. Так, а можно не ходить? Ё-моё. Нормально. И выйдем. Хорошо. Пацаны, я типа топовый. Топ, топовый у него. Топовый крипстат. Или нетворс. Погоди. Да, да, я топовый. По ляму? Срочно. Microsoft? Да, ну конечно. Семь ему надо выбить, да? MLG NoScoft. О, еще и там. Не, нормально, мимо. Здорово. Лямчик. Ну чё как? MLG NoScoft. Слышишь, я выигрываю. Да, ты хорош вообще, ты скупил кентяру-то. Нет, еще. Погоди, походу проигрываю. Я все типа максимум апнул. Так, что еще могу апнуть? Это только могу апнуть. Все получается. Ну окей. Да ладно, серьезно. Окей. 2-1. Сейчас эмоджи плеер. Давай NoScoft на сканю двухлимовую. Или мэн. Ну на мэн он не дойдет, по-моему. Раз, прикинь, два, три, прикинь, сейчас три. Ладно. Ливаю. Я бы танцевал. Истерика уже какая-то началась, по-моему. Ты тебе еще назад ходить нельзя. Бля, не напоминаю. У нас свой, но он еще есть шанс, как бы, что он на мои встанет. Мне, пожалуйста, с одного два ляма и со второго тоже два ляма, и мне норм. Тебе нельзя. Раз, два, три, четыре, пять. От одного до пяти тебе нельзя. Yes! Сука. Yes. Пиздец. О, нормально. Строим. Бля, меня дудосят. Так, ну-ка. Да ну что такое, мой кроссовок? Пожалуйста. Тебе наказание. За то, что MLG NoScoft устраивает, да? Надо у тебя еще и сант на реверс встать. Блядь. Повтор хода. Повезло. Если бы меня снова туда отправил, я бы просто ливнул бы. Лифмастер просто. Так, что мне тут? Нельзя, короче, вообще ничего кидать. Ну, давайте посмотрим. Нормально. Это что вообще за... Так, что там Бакардием построить? Ужас. Ну ладно. Не ощутил, на самом деле. Не ощутил. Опа. 120. Я же говорю, не ощутил, как бы, вообще. Ладно, я почти накопил на это. Microsoft? На шмотки. Так, что-то мне нельзя. Надо 11 кидать, по-моему, да? 1-2. Ну, конечно, 1-2. Нормально, 11 кинул. Уплатил штраф. Дядь, двоечку ПВЗ.
3, 4, 5 нельзя. 7 и 9 тоже. Хорошо, хорошо. Заовнили. Ваша ставка сгорела. Я получил скомп. А, продает Adidas, нормально. Да все продавай. Откуда это было, Emoji No Scope? Не помню. А, ладно, живем, только груз оставить. Поехала нахуй. Ну хоть на пуму. Блять, сука. Ебал. Так, мне нужно сейчас раз, два, три, четыре выкинуть, да? Пожалуйста, четверочка. Пять. Четверочка. Ё-моё. Приятная одежда. В конце ты проиграл. Ну сейчас тоже ничего, если только один какой-нибудь один выпадет. Это я умею. О, ну сотка, спасибо. Бля, давай, пожалуйста, на два ляма, мой дорогой. Нет, нет, я лузаю. Рик. Я их сам бачил, я не могу проиграть. Давай. Давай, пожалуйста, на Скане. Давай на Apple. 2 миллиона, пожалуйста. Брать из рук в руки. 3... Да ладно! Сука. Пиздец. О, я уже на это попал. Хорошо. Все, вся жизнь перед глазами проходит. Да. Когда промежуток этот сраный пробегаю. Ай-яй-яй. О, ай-яй-яй. На шмоточки назад полозу. Это я могу. Умею, практикую. Еще арендную плату возрастил. Е-мое. Да ладно. Все, можно не играть дальше. Мы проиграли, по-моему. Говори, короче, пусть продает сканию, и Мэна понижает уровень. Тогда ты ему монтаж. Да. Пожалуйста, немного. Нормально. Да, неплохо. Что мне с Microsoft'ом делать? Кайф. Здорово. Кайф. Здорово. Опусики. Так, чем надо тут? Так, я могу сейчас вставать куда хочу, нахуй. Слава богу. На Мегафон, на Шанель, на Дел, на Пепси можешь вставать куда угодно. Тебе разрешают. У меня задумка, кстати, есть одна. Да? Угу. СВГ-коптер. Чё, почему он не хочет? Он не хочет. Ну ладно. Конечно, невыгодно, чего бы он посчитал его выгодным.
Ладно. Да чё, серьёзно? Ну ё-моё. За аркану нали... Да ты чё, вообще уже офигел? Алын на воришку. Конечно. Давай на реверс и на мэн вставай, нормально, мы в расчете. Чё, где? Ты снизу. Кайф. Там просто смотрю видос с вагокоптер. А почему я не могу предложить ему большую сумму? А там разница 30%. Все, типа нельзя предложить? Ну да. Почему? Это несправедливо. Вот так вот. А, не, нету. Здесь не покажет. Ладно, вот водка. АПН водку. Ё-моё. Чё-то я... не. Ладно, все хорошо. Я уж думал, у меня... Здравствуйте, Пума. Давно не виделись. Кто там кидает? Шанель, давай, даём. Там граблять без меня идет. Опа, 160 тысяч, неплохо. Лучше, чем ничего. Давай, 2-1. 2-1. Я-то? Не ты, 2-1. А, он ходит еще. Да, ну 2-1, а не 3-2, ну что такое? На свою фирму встал он, пес. Че там снизу есть опасность? На реверс только опять встать. Серьезно? Нет, билайн, да, без проблем вообще. Не ощущается. Леглас, рейджес. О, попадосы парни опять. Нормально. Побегай. Ишь, какой умный нашелся. Не курит, говорит. О, да, ну, мне так не продал, да? Я ему предлагал 500 тысяч за 50к, ну. Аренду столько. Давай на мейв встань после этого и ГГВП. ГГВП. Ну у тебя 3 миллиона, фиг ли тебе встать-то. Я сейчас тыкаю кнопку сдаться и нихуя не хочу. Окруженно не сломлен. Да. Блять. Хорошо. Нормально. Живем. Давай. На сканию, пожалуйста, нам. Привет. Или на мэн. Было бы неплохо так. Один, конечно, 1-1. Давай, у тебя еще есть шанс, друг. Мы верим в тебя. Нет, ты не друг нам. Не друг ты нам больше. Бля. Три хода в безопасности сайте, господи. Идиос, пацаны. Я видосы смотреть. Так. О, там чел попал тоже. Блин, что такое рект? Я забыл. Ну, это типа... Когда тебя... Когда вы впятером не можете убить одного, и он пишет рект. Ну это типа, чё облажался, типа. Ага. Облажатушки. Я просто... Чё? Когда Кунга умирает, он говорит рект. Опа! Опа.
У нас челик проигрывает. Так. Что-то нужно еще продать, не хватает немножечко. Ну ладно, теперь лучше. Спасибо за два лямчика. Возвращайтесь оба. Так, ну что, мне нельзя вставать, в принципе. Но не так страшно даже. На самом деле. Даже если я встану, то... Да, это я и не встану. 14 миллиардов, бля. Где все бабки мира, я их нашел. Сейчас он снова на реверс встанет. Нормальненько. Хорошо будет. Не встал. А жаль. Но Apple тоже неплохо. Нормально, я ему снижаю планки, чтобы нам полегче было ходить. Опа, мегафон окупился. Опа, Пепси окупилась. Не зря не продал тогда, да? Главное, что я всю эту парашу пробежал. Так, чё-то я могу заключить договор только. Так. Чё там она? Почём? Нет. Заовнишь всю карту тогда. Я понимаю. Ладно, ладно. Штраф, окей. А у меня тотал просто. Спасибо за соточку. Не ощутил. Штраф. Спасибо. О, Овнич. Алло. Овнич, друзья. Ща курить пойду, блядь. Я расстроен. Больше. Еще больше, куда тебе? Кока-кола, что ли? Или что ты? Жадный. Это тебе не виски, блин, Джек Дэниелс, это долбанная Кока-кола. Понимаешь, больше. Я знаю цену проигрыша, она не такая. Ладно, ладно. Давай. Че, где вообще? Нормально. Бог накажет. Не ощутил. На что дать ссылку? Димкоу. О, 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 там у нас, похоже, проигрыш. Сигареты до добра не доводят. Эх, еще бы продать чудо. Да, не хватает чуть-чутка, да. Все у нас. Нету больше миллионов на ставочках-то, да? О, блин. Ладно, ладно. Я тоже думал, что можно писать. GG. Хо-хо! Не захотел продавать за 900. На монополию хорошо скину. Покури, что у меня три раза подряд, посмотрю на тебя. Спасибо, сейчас, ладно. Сейчас только машины пройду. Ну что он никак не хочет-то, но... Ну типа шанс тебе безопасно пройти машину, например. Больше.
Я больше не могу поставить. Это все значит никак. Окей. Но можешь накинуть мне микрофончик. Спасибо, не курю. Мегафончик. Мегафончик тебе накинуть? Чтобы ты не совнил просто весь, да, с мегафоном своим. Было бы неплохо. А вот сейчас бы я его заобнил, была бы у меня кока-кола. Блять, я прыгал. Такой ты, короче, фартовый. Так. Спасибо, что я не москаль. 20 миллиардов, ёбаный в рот. Как много. Так. Ладно. Давайте. Да ё-моё. А, ну нормально, не на пуму. 300, не ощутил вообще. Сейчас он встанет на мою абсолютную водку и вернет мне это, пожалуйста. Спасибо. Сейчас же продаст пуму заново. Овнич. Овнич. Просто алкоголь и тачки. Один секрет. Давай. Поехали, брат. Кайф. Проиграл. Дядь, какой... А, проиграл. Ну, слава. Какой тебе нахер еще джекпот? Да, не страшно на самом деле. Сейчас. Да. Кто-то... Закурил. Закурил. От того, что... Он, знаешь, он сначала пропил все деньги, потом прокурил. А, ты я не курил. Фартовый у нас, да, не пьешь. Не пью. Так, 11, нормально. Не очень, хотя на самом деле. А, чё, не по 40 кажется, чё я? Кредиты. Не... Сейчас. А кредиты только у премиум, у проплаченных аккаунтов? Угу. Сейчас он проплатит, сходит. Пригодилось. Лучше, блядь. 2 миллиона мне, пожалуйста. Не хватает чуть-чуть. Еще, пожалуйста, 1 400 000. Ой, насмешили. Что, все, мы типа выиграли. Ой, он проиграл. Угу. И теперь кто первый попадает на 2 миллиона 3 раза подряд, да? Ну, да. Окей. Так, чё, бросить кубики, окей. Где я вообще нахожусь-то? А, я этот в тюрьме, ладно. Нормально. Проскочил. Найс. Зажали его, конечно. Нефиг было одежду скупать. Сколько? Штраф 30 тысяч? Да не ощутил вообще. На алкоголь, ой, на сигареты главное не вставать, нормально. В голосяру. Да, был точно в церкви. Молился перед игрой.
Как с тюрьмы вышел сразу. О, ну да, пожалуйста, спасибо. Что за шепотинку? В шепотинку. А, че куда там попадаю там? Хоть один. Мально. Ладно. Еще одна абсолютно водка нужна. Два мегафон. 5-2. Ну, Фэнди, по-моему, встал, да? Нет, Дэл, нормально. Заубили. Да. О, еще спасибо большое. Да. Нормально, ладно. Окей. Терпимо. Не понял. Ну, ты, конечно, заплатить. Я ж заплатил. Видимо, нет. Не поводно пользоваться. Во, пошло круговой налог 700к. Просто пиздец. А, началось. Сначала у меня нормальный как бы, ладно. А, и у меня еще это. Круговой налог 700к. Нормально. Я узнал, наверное, из-за кругового. Спасибо. Ну или из-за этого. Заплатил налог. Я эту парашу заплатил. Неплохо, мне нравится эта игра. Парни. Ну, блядь. Сейчас будет камбэк, говорят. Это 6.83. Тут ливать вообще. Блядь. Такое дело, короче. Не захотел мне продавать. Знаешь, ты картинка, ты заткнись ты уже. Да заткнись ты. Это с Гриффином-то, который? Да. Вот. Так. Оплатили мне, да? 2 миллиона, конечно. Да, готово. Спасибо. Охуенно. Платил на бок. Штраф. Не ощутимо. Твою мать. Ща. Это судьба. Не-не. У тебя массовый капитал 1 800 000. Я сейчас все сделаю, погоди. Ну давай. Не хватает чутка. Сейчас все будет, алё. Алло, блядь, заключить договор. Как это? Погоди. Что, я спросил, что ты мне хочешь предложить? Ну, чтоб ты дал мне 130к. Просто так? Изи катка, парни, вообще не ощутил даже на самом деле.